гранд-опера «Неро». «Неро» по-гречески «вода». І був вечір, і був ранок, день перший. Це без перебільшення було геніально. Це справжнє мистецтво в чистому вигляді. Та взагалі з вас така ідея? Бог його знає. Ну, Бог і знає. И тут звоночек с СРЗ, этого волшебного завода, говорят, мы хотим, чтобы у нас что-то такое произошло. Делали вместе это проект «Новая опера», который вот один из моих проектов. Участвуют актеры «Даха» и актеры из Мариуполя, театра «Мания» и театра «Кукол». То есть мы вместе готовили целую хореографию, то, что вы увидите в доке. Это такого, чего вы никогда не видели, и многие никогда не видели. Вообще это уникальное событие не только в Украине, но и в мире. Никогда в мире на действующем заводе столь масштабного такого проекта не было. Рома Григорів, Ілля Розумейко, формація «Нова опера». Вони створюють неймовірні музичні світи. І також в цій програмі приймала участь соціальний рейв-бенд «Це шо». Режисер Владислав Троїцький, який насправді за дуже короткий термін все це звів і створив, і придав цьому форму. Это для ребят было большое испытание. Почему? Потому что мы репетировали всего лишь 2 дня, но, если быть точнее, это были последние сутки. Для ребят большая честь поработать с Владом Троицким. Это определенные навыки, это новое видение, это новые формы, это новое современное искусство. И я надеюсь, что зритель оценил вот такую большую работу, которую проделали ребята. У нас ребята аматоры, и они многие дети, ну, подростки, да, было тяжело, понятно, договориться с родителями, нужно было объяснить, ну, что это за проект, какая его особенность. И, безусловно, когда родители видят и понимают всю серьезность масштаба, да, то, бесспорно, они всегда отпускают для ребят. Саме перебування в цьому місці, воно вже захоплює. Да? Тобто ми коли йшли в це місце, ми вже були вражені. Сьогодні, як приїхали зранку, то для нас було це як музей. Ми тут все дивилися, оглядали, і це дуже особлива насправді подія для нас, тому що, я ж кажу, вперше брали в такому масштабному проєкті участь, за що завдячуємо дуже нашому режисеру Владу Троїцькому. Брали окремі композиції, вже написані, вже відомі, можливо, деяким глядачам «Риба» і «Маленька людина». Це з нашого репертуару. І деякі композиції народжувалися уже на репетиціях окремо. У нас було
кілька днів, котрі ми робили. У нас була команда акторів з даху, і були маріупольці, актори молоді. І ми, як вигадували тут, прийшли на локацію, дивилися, слухали музику в записі, яка була. І так майже там за 2-3 дні все робили. У нас там по 6 годин репетиції на день. Хотели, чтобы Мариуполь мог презентовать себя как вот промышленный город, который перерождается. Сегодня мы почувствовали, что такое индустриальная культурная столица Востока Украины. Я хочу, вот, чтобы сегодня Мариуполь заиграл новыми красками, чтобы Мариуполь стал символом возрождения украинского Донбасса. Задача, которую мы ставим перед собой, показать, что Мариуполь меняется, Мариуполь перерождается, что Мариуполь – это мирный город, который живет, развивается, дарит вот такую культурную сегодня атмосферу. И к нам приезжают уже каждый год все больше и больше туристов, которые узнают о городе Мариуполе.